Друзья, вот замутил такие колесики из дюралечки, легенькие, хорошие, диаметром 225 миллиметров, родные, самые большие, которые можно поставить сюда. Я ставлю от Yamaha, это они у нас 204-е. И снегоходные темы, насколько вот я узнал, чем больше эти колеса, тем легче мотору крутиться, легче гусеница будет раскручиваться, скорость увеличится. Короче, одни плюсы от этих катков. Все как бы ставят кто-нибудь свои горные снегоходы, такие катки. Их вроде бы с Америки тащат. Там какая-то крутая фирма TKI. Вот я что-то наподобие сделал. Попробую, поставлю, как будет все это у нас ехать. У нас сейчас морозы стоят, что-то не в кайф катать. Решил заняться комплектом, облегчить. Если все получится, все будет удачно, утвердится, то буду делать это все на новые комплекты, которые буду собирать летом. Также еще сделал вот такие корпусные подшипники. Вчера все повзвешивал. Я ставлю обычно корпусные, они с чугунины, они весят кило 100. Такой с подшипником весит 400 грамм. То есть по 600 грамм с каждого у нас подшипника снимается, получается кило 800. На кило 800 у нас он будет легче, комплект. Легче будет крутиться этими катками. И накидал вот на листочек то, что я хочу видеть, чтобы как выглядели боковушки. Вырезал вот сразу макетиков, вот, приложил сюда боковушкам. Сейчас все это дело вырежу и посмотрим, что у нас получится. Должно получиться круто, мне нравится. Тут также вот обнаружил трещину на кожухе, въехал трубу, в снегу была, помню, думаю, просто поцарапал, нет, трещина. Да, Джисюль? А? Хромая лапу подвихнула. А? Жесть. В общем, сейчас что, будем резать это все болгаркой, дрелью. Конечно, геморрой. Ну, зато потом эти боковушки отдам на лазерную резку. Там на основных моих чертежах добавит изменения в чертежах. И уже будут идти вот такие вот боковушки. В принципе, красиво, мне нравится. Ну вот, и вырезал. Фух, пришлось 3 часа помучиться со всей этой фигней, с одной стороной и с другой. Все, что вырезал, взвешу и посмотрим, насколько мы облегчимся. Вот я собрал до конца комплект. Конечно, пришлось его просто весь половинить до винтика, чтобы соединить, там симметрично все сделать, там подшипники соединить. Короче, весь день убил. Самое главное, вот они, каточки. Прям вообще они мне очень нравятся. Прям совсем по-другому гусеница стала с ними смотреться. И угол совсем другой. Прям очень хочется закатнуться. Ведь он теперь у нас стал легче, получается, на 2800. В общем, сейчас я его буду ставить. Сейчас я вам покажу еще. У меня уже новая партия потихонечку готовится. Вот рельсы, новые маятники, две штучки уже готовы полностью, ждут покраски. Еще две на готове, там вот рельсы под 127-ю гусеницу, также вот под 137-ю буду длинные пробовать делать.
Что еще? А, звезды приводные, лыжи ямаховские. Звезды, кстати, использую вот такие вот усиленные. То есть ни льда, ни кусков льда. То есть ничего не боятся. Пофиг. И каточки вот такие использую, канадские. Все беру в магазине «Снегоход Буран». Всегда у них все в наличии есть. И по нормальным ценам. Накладочки тоже. Что вам еще сказать? А, о, крышку заменил. Не крышку, а этот. Номерной щиток. Помните, наверное, когда через руль полетел, сломал с собой. И также поставил опять сюда фонарь. Потому что когда он стоит здесь, снегом накидывает. И не видно ничего. Особенно, когда ночью едешь. А здесь нормально хватает. Ладно, ставим. Ну что, вот и собрал до конца сноубайк, установил гусеничный модуль. Мотоцикл полностью заправлен, я готов, поеду тестить обновочки. Ну что, ребята, покатался, это просто пушка. И реально сноубайк вообще не узнать. Он едет, он валит, он на второй передаче уже... Раньше с такого пухляка, который сейчас, приходилось больше мотор раскручивать, выкручивать, чтобы выйти на третью, и он пошел на глиссер и плюнул. А сейчас прям уже планка чуть ближе сдвинулась, уже с половины второй передачи он уже просто выстреливает в пухляке. Накат у него просто теперь, просто великолепный. Сейчас вам покажу. Смотрите. О. Раньше такого не было на маленьких катках, то есть... Катки вообще топчик, бомба. Я теперь эти катки буду ставить на все свои комплекты. И может даже уже не 225, а там 250 вообще вбухать. Чтобы излом гусеницы был меньше и легче она крутилась. То есть вообще пушка, я очень доволен. Поеду сейчас дальше катать. А на этом серия закончится. Не буду, конечно, в эту серию вбухивать и тоже каталку. Сделаю следующую серию. Чтобы все в одной куче не было. Эта серия у нас как бы техническая такая получилась, чуть с тюнингом. В общем, что, ребят, я доволен. В следующей серии вам покажу, на что он способен. А вы, если не подписаны, подписывайтесь. Поставьте лайк, не забудьте. До следующей серии, а я катать.